Александр Балакин уверен, пенсия – это вторая молодость, поэтому дома не сидит, занимается теннисом, играет в шахматы, катается на коньках и лыжах, ведет здоровый и активный образ жизни. Фестиваль МЧС принимает участие во второй раз. Очень интересное соревнование, так это взбадривает и интересно, адреналинчик. Молодцы, конечно, спасатели, что это нам организуют, вот, потому что уже возраст хороший, и чем сидеть на лавочке, так уже лучше вот тут вокруг. Спортивному празднику всего 2 года, но любовь опытных людей он уже сыскал. В этот раз на спортивной площадке. 3 команды, 23 человека. Первый конкурс – визитная карточка. У каждой Dream Team не более 7 минут, чтобы себя презентовать. Лучшую сборную определяет жюри. Главные критерии – оригинальность, содержание и артистизм. Пожарная эстафета – один из самых сложных и зрелищных этапов. Участники проходят различные станции. Их 6. Все они разные. Для конкурсантов подготовили неожиданное испытание от загадок до викторин. И все-таки фестиваль в первую очередь о безопасности, а спортивный праздник – своего рода педагогический ход. Напомнит старшему поколению жизненно важные правила. Людей с богатым жизненным опытом хотим привлечь к вопросам безопасности, в частности пожарной безопасности, потому что зачастую, к сожалению, на пожаре гибнут у нас из 68, вот примеры, 68 погибших, 30 – это пенсионеры. Напомним, сейчас по стране продолжает шагать акция «Каникулы без дыма и огня». Ее основные вопросы – предупреждение возникновения пожаров по причине шалости с огнем, гибель и травматизм детей. Завершится на 31 августа. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.